вот ориентироваться надо не на то, что он там поймал, отбил, там, или выбил красиво, или прыгнул ловко, а вот отношением к своему амплуа, что ли, да, вратарь, это комплекс. Самое главное, вот, наверное, правильно слово подобрал, отношение. Великий вратарь, который весь мир все знает, в Бразилии тоже. В Бразилии есть лучший форвард в истории футбола, в России есть лучшие вратари в истории футбола. Как можно не гордиться, учитывая все его заслуги и то, что его признали во всем мире, это, наверное, главный повод для гордости. Лев Иванович – легенда. Я горжусь, что я родился с ним в одной стране. Лев Иванович, мы вас помним. Мы гордимся, Ваня. Вы – легендой.